Суру по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона приехали несколько сестер. Они живут по монастырскому уставу и мечтают восстановить храм святителя Николая Чудотворца. А самое главное, сестры надеются, что в Суре возродится монастырь. Божественно-посвящаемые, богословествуй, животочное источились и все блажения очи Иоанне, в посте и молитве, словеса Божия со слезами в сердца, верных сея, святую истину во благопознание часть земли нашей призывал еси, и же люби Божия укрепляющийся, поехал тебе таковая. Отец,